Смотрите, ребята, тест решил посмотреть, как вроде, я думал, одинаковые приемники цифровые стоят, ну там такая микросхемка, что здесь, оказалось, я был неправ, либо в входных цепях разница. Смотрите, вот 89,1 на застоне. Видите, да, это спорадик. Сейчас переключу на Voxung. Вот Voxung. В общем, чуйка, конечно, зашибись у него, у Voxung. Вот такая вот. Сейчас вернем на застон. На ваших глазах. Меняем. Сейчас, секунду. Это просто супер. Станция местный огонь. Оказалось, что еще в FM. Я пробовал сканер, который взял, приобрел недавно. Там был FM диапазон. Он вообще ничего не принимает. Просто заваливается. Я просто удивлен. Сильно причем. А мы сейчас... Парадик, как FM диапазон прикольно принимает застон и не заваливается от местных станций, не забивается. Quello che ci vuole Linus per questa domenica. Esatto, senza posta per cominciare. Cominciare che cosa direte voi? Cominciare questo programma di tre ore che ci porterà fino all'ora di pranzo. Cioè vi prendiamo, appena fatto colazione, vi molliamo che è già pronto in tavola. In tavola, poi la tua, la mamma, la moglie, la... Sta gridando. Butta giù. Cosa faranno i nostri ascoltatori in queste tre ore? Сейчас сравню с Voxung.